цікаво, як для тебе розпочався? От в різних інтерв'ю, та які UK Media були, ця історія одразу починається з гранту від Google. Але ну, що ви такий фріланс-журналіст, і потім грант від Google, але мені здається, там ще є та якісь важливі елементи, ну, що хлопці та зібрались, і оп, одразу на грант подались. Та як для тебе вся історія почалась взагалі з VR і з New Cave Media? Ну, конечно, не сразу с гранта, хотя почему, конечно, может быть, многие с гранта и начинают, но у нас все-таки история началась примерно за 9 месяцев до, даже почти за год. То есть в 2016 году, даже, скажем так, первые идеи от мира о том, что вот 360 видео и VR это такая какая-то новая горячая вещь, они начинались вместе с приложением от New York Times, с их кардбордовским приложением в конце 15-го. Ну, то есть это было и было. Это, наверное, то, что мы как-то постепенно там впитывали по отдельности. Ребята, я был в Дании, там, где я пощупал вот на обучении в датской школе журналистики этот кардборд и примерно понял, как это работает. Ну, пощупал и пощупал. Потом в 2016 году, уже во время окончания учебы в Дании, возникла первая идея. То есть все начиналось на каком-то поприще там, документалистики, на стыке документалистики с искусством. У меня была идея для своего проекта про взорванные мосты на Донбассе отснять по крайней мере, несколько мостов, обрывов мостов в формате 360, для того, чтобы потом спроецировать в выставочном экспозиционном пространстве. То есть это вполне себе под инсталляцию, абсолютно такое вот применение, четкое, не бизнесовое совершенно. Ну, тогда не сложилось, там мне не получилось раздобыть нужную мне камеру, но идея осталась. Использовать 360 видео, которое можно показывать не только в виде проекции на стены, а и в очках, как такой очень иммерсивный медиум, который изолирует от внешних раздражителей, то есть медиум, в котором можно рассказывать какие-то более сложные, более длинные истории. Вот эта вот вся зацепка, вся эта связка осталась в голове, как-то жить. И, собственно, в 2016 году, там, чуть позже развивались события, и у меня получилось привлечь финансирование, грубо говоря, подобное к грантовой основе, уже ближе к лету, там, где у нас сошлись интересы развивать какие-то вот такие educational entertainment, возможно, форматы от меня, от ребят и от человека, который предоставил это финансирование, там тоже ближе к искусству, ближе к какому-то такому исследованию. И мы привлекли это финансирование в качестве первого пилотного проекта, на который мы могли его потратить. Это была поездка в Арктику, в Северную Норвегию, для того, чтобы там отснять пилотный набор контента в формате 360 градусов видео, которое тогда тоже всячески взлетало. Для того, чтобы, собственно, потом из него лепить и пробовать лепить новые форматы, новые продукты. Особенно нельзя было предугадать, какими именно форматами это все дело обернется, потому что все тогда очень активно развивалось. То есть тогда же были эксперименты с веб-VR, наверное, начался где-то через год. Было 360 видео, все пробовали там какие-то первых плагинах в Unity делать интерактивные 360 видео. Это все очень там коряво работало, какими-то костыльными методами. И мы вот тоже вот впрыгнули в этот паровоз. Он еще тогда не уходил, время, в общем-то, было. Весь мир с этим экспериментировался, были плюс-минус как-то на одной волне, так что лето 16-го, вот мы общались по поводу этого финансирования, потом сентябрь 16-го мы поехали в Норвегию, в октябре 16-го вернулись, и тут все заверте. Вот, собственно, где-то в этот момент. То есть мы работали с контентом из Арктики и пробовали его применить в разных форматах. Монтируем, красим. А что, если из него сделать разворот, выворотку в виде обычного 2D-видео? А что, если сделать его интерактивным? Что, если снабдить его какими-то опциональными элементами? Под браузер или, может быть, под очки? То есть это была наша личная такая контентная глина, и мы были вольны работать с этой контентной глиной, как нам плюс-минус заблагорассудится. И это дало свои плоды. То есть, во-первых, мы почти тут же начали получать коммерческие заказы, что тоже, ну, в общем-то, одно из первых веток направлений я закладывал для развития студии. То есть мы начали получать заказы из-за рубежа для того, чтобы показать какие-то процессы, которые
долго, дорого, опасно или каким-то иначе, там, по какой-то другой причине не стоит показывать там, вживую, например, людей приглашать. И вместо этого можно это показать в формате 360 видео в VR-очках, ровно то, что, на чем вы езжали, потом еще ближайшие там, 3-4, возможно, и сейчас другие студии и продакшн. Мы делали, там, монтировали видео для ребят из Калифорнии, с солнечными панелями, потом аналогичное видео, потом у нас здесь продолжались для NGO в Украине. Параллельно, это была более-менее рациональная такая ветка, это было понятно, то есть здесь прогнали процессы, здесь же начали искать, как можно применить нашу экспертизу. Но также была еще ветка развития, основанная на нашей экспертизе, на какой-то passion, на какой-то страсти, то есть за счет того, что в команде и изначально были, и в принципе мы за счет своих наших товарищей из индустрии, сторителлерской индустрии мы вот развивались, у нас было все больше, и у нас всех было и понимание, как работает документальный сторителлинг. За счет этого мы начали вкладываться в editorial, в некоммерческие проекты, то есть проекты для медиа, для украинских, для зарубежных. То есть это я уже говорю про 2017 год. В 2016 год мы прилетели, и мы засели все это дело монтировать, сшивать. Это все было только 360 видео, ну и какие-то азы, первые азы интерактивного 360, то есть VR. А вот 17-й год – это вот уже поползновение в сторону медиа. Мы работали с RFERL, с Радио Свобода, работали с Украинской правдой, работали с грантами Интерньюз. Там уже летом 17-го работали с New York Times. Аль-Джазира тоже была. Сейчас уже, конечно, спустя 4 года и ковид-эпидемия, все вспомнишь. Про це цікаво буде та поговорити там про ту ж Маланку, яку ви знімали, інші. Я сподіваюся, та нам година як такий формат на бліц інтерв'ю, де можна буде детальніше. І тому я дещо повернусь. Ця ідея з мостом звучить же дуже так дійсно круто, що ти можеш поставити дві камери і зняти ці, але з'являється інший контекст, те, що є навколо. Чи далі ти реалізував цей проєкт? Чисто технічно не вийшло. Тобто у мене все одно також була виставка. Скажімо так, це був проєкт, мій личний проєкт фотографічний, документалістський, який починав ще в... Начал его снимать, наверное, в позднем 2014 году. Ну, так или иначе, закончил в 2016. То есть это пленочный проект, снятый на панорамную пленку, отпечатанные вот такие вот там, метровые, больше чем метр отпечатки с Хассельблада, с взорванными мостами. Но в качестве одного из элементов, вот у меня была такая экспериментальная мысль, вообще сделать эту инсталляцию на входе на выставку для того, чтобы можно было пройти по взорванному мосту. Ну, это казалось сложно банально технически. То есть... И сейчас, по большому счету, спроецировать сферическое изображение на какую-то несферическую плоскость, на квадратную или кубическую комнату, это непросто. Это и перегревы, 4 проектора или 2, их сшивать между собой. Бюджет моей выставки бы этого не выдержал, даже если бы у меня была техническая способность это снять. Как минимум обработать и спроецировать, и поддерживать уровень этой экспозиции в течение месяца. Никак. Поэтому я не очень жалею, все равно какое-то первичное мыслепреступление было, и я заинтересовался этим медиумом. Так что потом мы с ним работали и в документальной, и в плоскости искусства еще неоднократно, поэтому я не жалею, что тогда не вышло. Ну и выходит, что в 17-му році вы начали делать проект про Евромайдан. Да. Так? І чи я правий, що це найбільший проєкт, який ви зробили, чи він просто отримав найбільшу увагу? Самий великий, самий масштабний, самий протяжений во времени, по вложеним ресурсам. Да, самий великий. Все починалось в апрелі 2017 року, коли появилось известие о волне грантов от Knight Foundation, Online News Association и, собственно, Google. Тогда это все называлось, тогда эта ветка в Google называлась Google News Initiative или Google News Lab, что-то из них было первично. И вот эта вот совместная волна грантов у них называлась Journalism 360 Challenge. Ну, на самом деле, никакой жесткой привязки в требованиях к 360 видео там не было. И, в общем-то, и в нашей заявке тоже 360 видео там не особо фигурировало. Суть была в том, чтобы
по всему миру собрать заявки от контентных команд, от медий, там были и Wall Street Journal, и USA Today, ну, в основном там были американцы, собрать заявки на тему того, что интересует эти команды, что бы они хотели поисследовать. То есть это на самом деле, сейчас глядя на все это с точки зрения продуктового IT, это, конечно, микроскопические деньги для того, чтобы создать какой-то sustainable product, но для того, чтобы там вот поиграться и вещи, которые маловероятно, что окупятся, как-то их снабдить ресурсом, для того, чтобы они вот могли там что-то там поисследовать в контентном плане и come up with a prototype, вот на такие штуки и были эти гранты. То есть там было 800 или уже 900 заявок, я уже не помню, но из них выбрали 11 команд, и из этих 11 команд было только 2 не из Штатов. И вот одна из этих команд не из Штатов, это были мы. И, в принципе, про Google News Lab и про весь этот грант надо сказать, что в равной степени для грантодателей было интересно и получить, собственно, контентный проект, который можно пощупать, посмотреть, покликать и так далее, и исследовательская сторона. То есть в нашем случае исследовательская сторона заключалась в том, что можем ли мы использовать фотограмметрию для воссоздания, ну даже не скажем, не для воссоздания, для рассказа о событиях, которые давно прошли. Вот такая вот была, вот такая вот гипотеза, которую нам хотелось бы проверить. В принципе, она оправдалась, можно это все дело использовать, можно использовать фотограмметрию, но далеко не всегда целесообразно, но это уже побочные эффекты. А, собственно, практическая часть этого исследования был наш контентный проект, это и есть Aftermath VR и Евромайдан. То есть в нашем случае, поскольку мы там были, поскольку наша фотожурналистка, видеожурналистка прошлое говорит, дает нам как бы почву и заинтересованность говорить об этом, то вот в этом случае мы это говорили в контексте и реализовали на примере Aftermath VR Евромайдана. Если бы мы были там, не знаю, в Мьянме или в Японии из префектуры Фукусимы, то, наверное, у нас рассказ был бы другой. Но в целом, да, это о значительных исторических событиях, которые имели место. Такая была задумка, с ней мы подались в апреле. Это была не единственная, опять-таки, этот success story, они всегда так звучат обманчиво. То есть подавались мы в апреле 17-го с этой идеей и еще с несколькими. Причем мы предполагали, что больше интерес вызовет одна из других, из тех, которые не прошли. Но так или иначе, летом 17-го мы получили извещение о том, что вы знаете, вы получаете грант. И сам грант, естественно, мы смогли получить там намного позже, ближе к октябрю, наверное, октябрю 2017 года. Но, в принципе, от нас это не останавливало. Если мы точно понимали, что мы будем над этим работать, то мы постепенно подтягивали команду и ребят, и начали над этим работать вот летом, ближе к концу лета 2017 года. Вот такая вот слепок времени краткий. Які були складнощі в цій роботі? І якби ну, зараз от, та ви робили цю, чим би це відрізнялось? Ну, не враховуючи те, що змінився простір, здається, та і в цьому особливе таке значення вашої роботи, як археологів простору. Вот, ну, там уже якісь... На самом деле, більшість вещей, которые мы бы поменяли, если бы работали над этим проектом сейчас, они не касаются, наверное, контентной составляющей особо, ну, скажем, не приоритетно. А в первую очередь о менеджменте, об организации процессов. Вот эти вещи можно было бы поменять, скажем, ну, начнем, не знаю, с денег. Мы обратились и за дофинансированием в виде Kickstarter компании спустя год, в августе 2018 года. Ну, скажем так, это как бы два разных конца одного и того же вопроса. Про скейл, про масштаб, про глобальность задумки, ну и, собственно, про ее финансирование. То есть, с одной стороны, можно и нужно было кое-какие вещи, там, где мы просто, что называется, уперлись рогом и хотели там воссоздать умышленно, документально, там, ну, как бы с там, десятикратным запасом прочности и документальности, там, где это не совсем было нужно. Вот такие вещи мы могли бы заранее предусмотреть, где-то что-то сэкономить, в целом подойти немножко более как бы agile к процессу работы и, соответственно, сэкономить немножко на производстве, на трудах ребят наших или же привлеченных,
по проектной. То есть здесь мы могли бы что-то сэкономить и постараться это как-то учесть, предусмотреть. И с другой стороны, даже понимая, что как бы мы там не скейлили все эти вещи, там на 20 тысяч долларов гранта, ну, нельзя вытащить было тот проект, который мы планировали вытащить, и привлекать, соответственно, дополнительное финансирование намного ранее. То есть, в принципе, понимание этого пришло, ну, это не какая-то сверхсложная аналитика, она мне чуть ли не на буквальном, не в буквальном смысле на салфетке оказалась, вот эти небольшие несложные просчеты цифр, буквально через какие-то там месяц-полтора после получения гранта. То есть там конец 2017 года, примерный скоуп работ вырисовывается, мы уже обжигались на каких-то там первых вещах, понимаем, что это сложно, сложно сканировать с воздуха, постоянные митинги на Майтане, в целом человеческий труд, всех нужно выгнать там в 6 утра в субботу для того, чтобы отсканировать вот, собственно, тот самый Майдан, институтскую с помощью фотоаппаратов, пока там вот нет никого и еще, может быть, часик не будет, и пока свет не поменялся. Это все во всех смыслах дорого. Человеческий ресурс, деньги, время, силы, во всех смыслах. Поэтому, да, вот эти вещи можно было бы постараться как-то предусмотреть и проскейлить, и в то же время тут же на ходу, тут же сходу искать дополнительное финансирование. То есть мы это его искали, но мы его искали вяло, заодно разбирались, во что же мы ввязались, и аж вот летом, спустя год после получения известия о гранте, мы сделали Kickstarter-компанию. Можно и нужно было это делать немного раньше, и масштабом больше. И, ну, это так, in the hindsight. Это сейчас мы так это можем рассуждать. Здається, в якомусь інтерв'ю, ну, Чхромова, що ви робили фотографію кожного каменя на інститутській, так? Еще из каждой стороны. Ну, в этом суть фотограмметрии. Наверное, это об этом стоит рассказать немножко детальнее. То есть сама суть этого технического процесса состоит в том, чтобы дать программе возможность, специализированному софту, дать программе возможность воссоздать трехмерную модель трехмерного же объекта из ряда обычных классических фотографий. То есть программа находит общие точки и на основе этих общих точек восстанавливает топологию, геометрию объекта, форму, если говоря простым языком, форму этого трехмерного объекта. Ну, для того, чтобы программа могла это сколь-либо аккуратно просчитать, для этого должно быть достаточное количество фотографий этого объекта. И это только начало требований. Для того, чтобы программа могла вцепиться в какие-то точки на этом объекте, объект не должен быть глянцевым, отражающим свет, как зеркало. Он не может быть, то есть с металлическим блеском это плохо работает, не может быть прозрачным, то есть не работают всевозможные стекла на Майдане, конуса, пирамидки. Он не может быть мокрым, потому что он тут же превращается в блестящий. Он не может быть матовым, без каких-то контрастных деталей, потому что тоже тогда программа сходит с ума. Он не должен шевелиться, значит, осенние листва, которую гоняет ветром, тоже всячески ломает или хочет поломать все наши потуги. И он должен быть одинаково залит светом, поэтому весь Майдан нужно снимать очень быстро, ну или, так скажем так, если мы снимаем по кусочкам, там какой-то кусок брусчатки, кусок моста, то пока солнце не выглянуло и пока тени не начали перемещаться, нужно снять этот кусок вот за один присест, заход. Так что вот такой вот краткий перечень требований, которые, скажем так, вставляют палки в колеса в технологический производственный процесс под названием фотограмметрия. И мы столкнулись со всем этим делом, потому что мы работали outdoors, мы работали под открытым небом, поэтому было все. Ну и кроме того, да, если там есть митинг или ходят люди, то просто мешают с кадры бегают. Вот так. Ну и даже сама география города меняется. Появляются новые граффити, срезают старые баннеры, такие вещи. Поэтому, да, приходилось снимать, приходилось на ходу оптимизировать процессы съемки под фотограмметрию, и приходилось еще и многие вещи переснимать. Кроме того, раз уж про фотограмметрию так вспомнили, была такая основная наша, основа нашего технологического процесса, из-за которой вообще начался весь сыр-бор и появился весь проект. Так вот, с земли, за счет того, что Майдан, хотя, скажем так, еще слава богу, что Майдан хотя бы поднимается вверх, а не уходит вдоль, и поэтому он сколь-либо объемный и трехмерный, ну, то есть мы думаем сейчас про Ситутскую улицу, там где вся трагедия произошла, улица уходит вверх, и поэтому какой кадр не сделай, ну, грубо говоря, он захватывает все три плоскости, и вместе с тем, как бы, несмотря на это,
если вот учесть там 300-350 метров брусчатки институтской, за счет того, что программа работает не идеально, ошибки скрадываются, и если посмотреть на трехмерную модель, получившуюся от этой улицы, и сравнить ее с, не знаю, с, там, из, со спутниковыми снимками, то она на самом деле, то она в нашей трехмерной модели длиннее, чем она выглядит на самом деле, потому что мы в каждом кадре там видим 5-7-15 метров перед собой, еще дальше, и какие-то там микронные погрешности, какие-то процентики, они складываются и в итоге превращают, искажают общую геометрию. Для того, чтобы это выровнять, нужно снимать Майдан так, чтобы там сразу были большие ломки этой всей топологии у нас в кадре. Как это снять? Значит, это нужно снять с дрона. Поэтому у нас, по большому счету, первые такие референсные трехмерные модели Майдана были сняты с дрона, то есть там такая низкая детализация, то есть такие вещи, которые у нас вживую занимают, не знаю, там стол, стул, что-то такое, это превращалось в такие вот просто трехмерные глыбы из какие-то абстрактные такие разводы имени Сальвадора Дали, как мы их называли. Но вместе с тем, в общих чертах, это геометрию центра Киева, институтской, Майдана, это передавало намного более точно. Поэтому по вот этим вот по дронометрии, как мы ее называли, можно было сравнивать, равнять и ориентироваться по уже для с наземной фотограмметрии. В общем, это безумно такой неспешный процесс, там, где можно накосячить, и периодически мы косячили в том числе. А зараз ця трехмірна модель, вона в ваших архівах, ви її коли-небудь опублікуєте для історичних цілей? Ну, скажем так, в целом, наверное, это можно сделать. Давно этим не занимались и не вытаскивали конкретно эту. Так же, как и многие компьютерные карты, ну, карты уровней в компьютерных играх, в видеоиграх, на самом деле никогда не существует в виде единой 3D-модели, просто потому что это никому никогда не нужно. Никто не видит уровень сразу в своей полноте. Это подгружаемые субуровни, уровень левел-стриминг и так далее. Таким, ну не таким, но подобным образом даже у нас это не является одним 3D-объектом, потому что это невероятно, дает нам невероятную нагрузку на вычислительные мощности компьютера. Поэтому условная бочка или же скамейка или же еще что-то, что там есть на Майдане, на институтской, это, скорее всего, отдельный скан. Тут еще вот что происходит важное. Объекты, к которым мы можем подойти вплотную в VR-экспириенсе, в VR-очках, они обязаны иметь большую, более высокую детализацию, собственно, с расчетом на то, что мы сможем подойти, рассмотреть вплотную, увидеть какие-то надписи, царапины, шероховатости и так далее. А вот вещи, до которых, которые мы не сможем рассмотреть вплотную, там, карниз дома, например, их можно еще заранее, еще на уровне самой 3D-модели понизить им уровень детализации, то есть, скажем так, и на более поздних этапах производства тоже можно понизить уровень детализации, уровень загрузки детализации трехмерного объекта. Но это будет позже, и это тоже будет нагрузка на движок. Поэтому даже на уровне 3D-модели, когда мы эмпирическим путем понимали, что там карниз мы не видим, и он, ну, переводя на какой-то такой язык абстракции, он имеет какой-то уровень детализации X, там, количество треугольников, неважно, то мы можем их понизить там безболезненно вдвое, втрое, в десятеро, и мы никогда не заметим разницы с такого расстояния. И поэтому трехмерная модель, как бы она ни казалась, вау, у нас есть трехмерный слепок Майдана, полностью документальный, вот так, как он выглядел там, в 17-м или в начале 18-го года. На самом деле он существует, но это набор разных элементов 3D-модели и очень сильно обработанный напильником под своеобразные нужды. Поэтому использовать можно, но лучше использовать отдельные какие-то там субмодели, и не всегда это имеет смысл. Вот такая история. Ну так, глядачам, якщо я не помиляюсь, то зараз в музеї Майдану на Майдані Незалежності можна прийти і та вживу зануритися, спробувати цей проект, так? Я, чесно говоря, я за последние полтора года с начала ковида выпал вообще из всех процессов, а за последние полгода еще больше. Со своими проектами, со своей работой, занятостью. Так вышло, что мы-то им передавали проект, но я не следил в последнее время, каюсь за судьбой, и в итоге как там получилось это реализовать, увы. Добре, ну наскільки я заходив в музей, то розповідав, що там є така можливість
Тож для глядачів досі є доступ. А можна кілька слів про фестивалі, як це сприймали? Те, ну, ви, напевно, і в Японії були, і там, і, ну, в різних країнах. Покатали. Ну, суть такова, что все фестивальное движение около VR, оно растет с двух ног, с двух направлений, и они пытаются где-то объединиться. Не всегда это понятно невооруженному взгляду снаружи. То есть, грубо говоря, мир даже с трех ног, но я сейчас для простоты объединю мир искусства и мир кино в одно такое большое направление. И это фестивали, на которых... скажем так, если это кинофестивали, на которых люди привыкли к тому, что есть премьера, или же есть какой-то там платный прокат, платный показ этого какого-то условно обычного фильма, короткометражки, документалки, чего бы то ни было. Там есть продюсеры, там есть байеры. На этих местах можно находить возможности для своего фильма, для того, чтобы дать ему последующую жизнь. Многие поэтому так охотятся за тем, чтобы релизить и пока премьерить свой фильм на каком-нибудь именитом фестивале. Поэтому подгадывают таким вот образом даты производства для того, чтобы подгадать под фестивальные даты. С искусством чуть попроще в этом смысле, но в целом вот есть некий вот такой вот мир. И некоторые кинофестивали начали экспериментировать с VR-программами. Для начала, то есть тут явно эта экологическая цепочка прослеживается. Видео, обычное кино, кино с проектором, тарантиновщина, и попытка обернуть этим кино зрителя в формате 360 видео. Угу, интересно, те же самые New York Times, National Geographic. Конечно, до там хорошего игрового кино это не дотягивает, я сейчас говорю про 16-17 год. Но вместе с тем это показывает технологические возможности медиума. Здесь можно творить кино, попутно рождаются дискуссии. Вы знаете, наверное, не совсем кино, это скорее ближе к иммерсивному театру. Нет, да. То есть вот такие, вот такая какая-то такая околокультурная, искусствоведческая мысль начинает рождаться вокруг всех этих процессов. Фестивали начинают проводить вот такие показы, там вот все начинается повальная мода на вращающиеся стульчики, потому что иначе 360 видео в очках показывать нельзя. Появляются первые компании, которые делают софт с синхронным стартом видео в этих очках. То есть все это происходит там 16-17 год, активный такой рост. И вместе с тем, точно так же, как и мы, захотели сделать, вот, например, арктического контента, хотели сделать из линейного, неинтерактивного контента интерактивный, то есть VR-ный. Вот это для нас до сих пор примерно так проходит такая черта между, ну, скажем так, она проходила 5 лет назад, между 360 видео и VR. Проблема в том, что, спасибо Гуглу, например, в частности, они называли 360 видео на YouTube, даже YouTube VR, они его называли VR-видео. И это многих сбивало с толку. Ой, подождите, а в вашем VR можно ходить или только смотреть? А можно только крутить головой или можно что-то выбирать? То есть это сбивало с толку и разработчиков, и пользователей, и ожиданий. Поэтому тут была такая легкая неразбериха. И вот, собственно, на фестивалях она тоже, в частности, прослеживалась. Есть некие экспериментаторы там, из мира или из Европы, которые делают какой-то контент, вот, допустим, 360 видео. Для начала линейно. Они вообще осваивают, каково это делать что-то, некую среду, некую историю, в которой зрители смогут вот смотреть во все стороны. Пока говорим, это точка входа 360 видео. Камеры дешевые, качество паршивое, но никого это не интересует. Все новаторы, все экспериментаторы. И, естественно, находится какой-нибудь один из восьми участников фестиваля, который говорит, ой, вы знаете, я тут накодил, напрограммировал, намоделил, у меня тоже какой-то экспериментальный такой новаторский сторителлинг, но он требует уже, соответственно, других VR-очков, тех, которые не подходят под 360 видео, или, по крайней мере, там другого сопровождения. И вот с этим вот всем работают фестивали. Например, фестиваль Go East в Висбадене, там, где мы были два раза, ну, по крайней мере, тем составом. И в первый раз, то есть в 2018 году мы показывали видео, которое было сделано для New York Times, собственно. Это ультракороткий метр, веб-док VR, как угодно его можно называть. Про лагерь Азовец под Киевом, то есть снят, это абсолютно такой журналистский проект, хотя с журналистской точки зрения это вполне себе документалка, то есть это такая, ладно, пограничная достаточно медиа вышла,
И мы показывали, и вот тогда уже было видно вот это разделение вот в этом кинофестивальном мире. Они поняли, что они ввязались в эти 360 VR, для которых не подходят обычные кинотеатры. И поэтому была часть стульев вот с обычными VR-очками, в которых можно смотреть 360 видео. И были очки, которые ориентированы на интерактивное взаимодействие. Это Oculus, соответственно, HTC Vive. Ну, наверное, в первый год, когда мы там были, да, это были Oculus и Vive. Вот такая вот история. Так вот, это была одна глобальная ветка, это был мир кино и искусства. Это я так очень, конечно, грубо, плюс время прошло, все немножко там трансформировалось, но с другой стороны, есть геймдев и около айтишная история, которой фестивалей-то толком нет. Зато есть какие-нибудь там Consumer Electronic Show или что-то такое. Там меньше о истории, там меньше об искусстве, там больше о деньгах. А где какая там есть точка контакта? Деньги, искусство, сторителлинг, игры, геймдев. Вот это примерно является точкой интереса к VR со стороны IT, со стороны разработки, геймдев. И точно так же, как вот с этой журналистикой, с кино-арт направления, так же и там пытались понять, а зачем он нужен вообще этот VR, а что у него есть такого, какие есть плюсы, какие есть какие-то там преимущества. И понял, что это очень интересный способ для сторителлинга. Ну и в принципе, поскольку люди-то все равно остаются людьми, это я сейчас нарисовал такую абстракцию в воздухе, но люди, которые делали и делают эти проекты, зачастую они касаются обоих этих миров, потому что сфера интереса вот нас, как людей, как сторителлеров, режиссеров, геймдизайнеров и так далее, она зачастую вот в целом здесь, а еще немножко в живописи, и в каллиграфии, и в архитектуре, и в балете. Почему бы и нет? Пусть даже мы абсолютные новички в этом, но нас интересует. И поэтому почему бы вот не посмотреть тут, посмотреть там, подучиться, научиться и, возможно, использовать это в своих проектах. Такая вот примерно, это такой усредненный портрет усредненного VR-режиссера образца 17-18-19 года. Сейчас нарисовал такой смазанный портрет со всей планетой. Ну, как-то так это работало. И, соответственно, проекты вот и рождались такими на стыке. Как только отошли от чисто 360 видео со своими ограничениями, начали экспериментировать с там, около интерактивными вещами, вот такая вышла разбивка, такой какой-то VR-пейзаж участников фестивалей. И вот один из таких проектов был наш, Aftermath VR, Евромайдан. Мы подавали, то есть да, первый год, когда мы были на GoEST, мы вообще туда ворвались с маленьким линейным 360 видео, для New York Times, и потом мы в течение года работали над Aftermath, подали на следующий год Aftermath, он выиграл Open Frame Award, так называлась VR-направлении награда. Очень почетно, и я до сих пор вспоминаю, что у нас, как по мне, у нас был не самый мощный проект, но вот сейчас даже как бы не об этом. Вместе с тем и другие фестивали тоже принимали наш проект. Мы были в Шеффилде, Шеффилд-Докфест, это один из троицы очень важных и таких известных фестивалей в Европе. Были на Шеффилд-Докфесте, уже в личном порядке показывал на ITFI, International Documentary Film Festival, Амстердам. В общем, покатали чуть-чуть по фестивалям, зачастую его показывали без нас, потому что не всегда мы можем везде поездить. И это такие истории, там, где мы делим фестивальное пространство с другими участниками, знакомимся, общаемся, обучаемся. Но помимо этого мы еще показывали в таком, как это сказать, более индивидуальном порядке. За счет приглашений мы показывали в Праге, показывали в Варшаве, показывали в Канаде. За счет усилий наших посольств за рубежом, спасибо нашим людям и их помощи, это совсем другая среда, совсем другая аудитория. То есть, если люди приходят на фестиваль, то они только что смотрели кино, сейчас они приходят, тут VR. VR я только что описал, как два разных способа его смотреть. Линейное 360 видео, там мне можно покрутиться в кресле. И какие-то вещи, которые заставляют нам попотеть, помахать руками. Соответственно, они вот прям как бы чередуют эти экспириенсы. И так, сложно бывает показать, о чем проект и что же здесь вас в VR-очках ожидает очень быстро. А на сольных каких-то встречах, на каких-то мероприятиях, там мы понимаем, что мы можем работать с аудиторией. Мы можем заранее, то, что сейчас называется, заонбордить, то есть описать, как работать, описать, что ожидает, примерно управлять ожиданиями аудитории, примерно управлять хронометражом и в целом временем пребывания в среде. Вот так вот мы показывали Aftermath. Ну и в Киеве, очевидно. Там докуда есть, спасибо им большое, приютили, помогли.
Та, ну, ті люди, які не були в Україні, які не дуже знали, ну, як, через новини, які знали те, що відбувалось, після того, як вони одягнули шолом, потрапили на Майдан, які були відгуки? Самый популярный фидбэк от западной аудитории, он был достаточно разный и в то же время очень похожий. То есть, что срабатывало? Люди находили либо точку, либо ракурс, которая похожа на то, что эти люди видели из медиа, из новостей, и вглядывались в этот ракурс и говорили, вот, я помню, я это видел или видела, оно вот с этой точки явно вот все тут было в огне и так далее. И зачастую, конечно, память людей обманывает, потому что, например, если в телевизионном монтаже, в каком-то вот врезавшемся в память сюжете, были, допустим, смонтированы кадры с Груши, с Грушевского и с Институтской, которые, очевидно, это для нас, киевлян, это понятно, две совершенно разные точки, вот, но они смонтированы один в другой, то людям казалось, что вот где-то здесь должно быть что-то вот такое вот эдакое. Приходится понять, что нет, это разные вещи. У нас нету Улиса Грушевского в проекте, потому что он был бы еще в пятеро больше, наверное, как минимум. У нас есть, то есть начало Майдана, скажем так, начало Институтской и вся Институтская, как она идет доверху. Поэтому да, люди, конечно, слушают историю, но если они имеют некое ожидание, некое воспоминание, какую-то вот точку совпадения с собственным экспириенсом, пусть это даже медийный экспириенс, восприятие картинки с плоского экрана, они ищут это совпадение, вглядываются в нее и это комментируют. Вот это такой ожидаемый или же неожиданный, но это явная такая история, которая повторялась. Однажды была такой экстраординарный экспириенс, когда мы показывали ребятам из-за рубежа, которые были в Киеве, проект. Они ничего не видели, ну, скажем так, они не были до этого на Майдане, они посмотрели проект, и они были на следующий день на Майдане, и мы потом на следующий день опять встретились, тоже был какой-то фестиваль, какая-то конференция, и они сказали, что I've had the weirdest experience ever. То есть там, я помню, что в VR-очках, вот у вас вчера, я видел эту колонну, я мог к ней подойти, и сегодня я был там вживую, и это было самое странное ощущение в моей жизни. Я мог прикоснуться к этой колонне, к этой стене вживую, и я здесь никогда не был, но я думал, что я был. То есть вот такие вот, ну это какие-то, конечно, географические, такие более, как это, скажем так, менее эмоциональные уровни восприятия, но вот так, с этим работали. А так в основном люди вслушиваются, мы очень сильно старались, конечно, не перебивать аудиторию драмой, при том, что это невероятно брутальное кровавое событие, но сдерживать уровень жести в рассказе как можно более аккуратно для того, чтобы дать, собственно, людям возможность пройтись по этой Институтской и при этом не снять очки через там, 5 минут при там, первом подъеме против Октябрьского. Поэтому люди довольно долго проходят проект, там, до получаса, скажем. Можно, конечно, пробежать за 3, 5, 7 минут, но 20-30 минут бывает дольше, бывает люди останавливаются, бывает люди возвращаются по своему маршруту. Так что в этом смысле, то есть это такое компромиссное решение, мы увеличиваем хронометраж проекта, то есть люди у нас находятся дольше, чем теоретически могли бы быть, что в современном мире, возможно, кого-то отпугнет. Кто-то не готов тратить 40 минут, ну, пока уже, ну, очки-то надели и за временем не следят, и они застрят на 30-40 минут. Так вот, обобщая, в целом это, конечно, компромиссное качество в современном мире, увеличивать хронометраж экспириенса, но, с другой стороны, оно позволило, собственно, рассказать историю в своей полноте и историю того утра. Так что таким непривычным способом у нас получается работать с аудиторией. Я еще помню, особисто був на цій інсталяції «Вмісти своє життя у валізу», яку Нікев Медіа робили з інтерв'ю, та в музеї історії Києва. Історії Києва це було. От, і
ну, як про цей міст, ти описував, що це частина певної виставки, та частина досвіду, який ти переживаєш. От і в цьому проєкті про переселенців, та це теж був дуже мене потужно, та, коли ти вживу щось пробуєш, а потім дивишся в шоломі. От, та як ця ідея, як цей проєкт виник, і ну, та твоя думка про поєднання VR-у та цієї віртуальної реальності і якоїсь інсталяції, та, ну, чи живого простору. Тут я в каком-то смысле, к сожалению или к счастью, но в этот момент и над этим проектом уже я практически не работал, работал Никита Богданов, знаешь, режиссер и продюсер. И это постепенно у меня в течение работы над Aftermath'ом получалось переключение от режиссерских, если по киноведчески, или же геймдизайнерских, если по геймдевному, ближе к каким-то управленческим, operations manager историям. Поэтому, слава богу, что я не про все проекты могу рассказать в полноте. Но в целом есть такая тенденция, что в начале, как бы сейчас от общего к частному, в начале этой волны развития VR-а креаторы всячески старались воссоздать реальность такой, как она есть. И только постепенно пришли к тому, что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, это не всегда разумно. То есть мы не можем до сих пор и сейчас в VR-е за счет, вот сейчас, наверное, через одно техническое ограничение получится объяснить, как бы потянуть весь ворох, весь клубок остальных сложностей. За счет того, что мы можем подойти к любым объектам в VR-е вживую, то есть если бы мы играли в компьютерную игру, мы нажали бы кнопку «Вперед», и программа нас бы пустила до какого-то момента, и потом нас бы остановила, там, допустим, перед другим персонажем, и дальше бы не пускала. В VR-е же мы можем сделать вот так. И, соответственно, мы сможем рассмотреть неаккуратность, неточность, или же то, что... как бы другие трехмерные модели, в первую очередь люди против нас, они не живые, они не настоящие, это все-таки болванчики, это 3D-модели. Можно их усложнять, можно делать их более живыми, но это запредельно дорого. Даже в шедевральных компьютерных играх, VR-играх вот последнего времени, Half-Life Alyx уже 1.5 года, правда, но даже там, при том, что вот в Half-Life мы сотрудничаем, мы взаимодействуем с другими персонажами, это очень аккуратно обыграно. Всегда персонаж, с которым мы работаем, он за заборчиком, который мы не можем перепрыгнуть, он на один уровень выше, то есть мы с ним общаемся, но мы никогда не можем подойти вплотную, потому что у нас всегда есть риск так называемый uncanny valley, то есть зловещая долина. Если мы будем видеть, что персонаж, неважно, в VR, в театре, нарисованный, анимированный, какой угодно, похож на реального, то есть реалистичен, но не совсем, то нас это будет отталкивать, мы будем этого бояться. Так заложено у нас природа эволюционными механизмами, то есть это что-то нездоровое, это что-то не очень хорошее. Поэтому по принципу люди опасаются там мультиков про зомби и так далее. То есть что-то, что ходит как человек, но слегка неестественно, это вызывает у нас чувство отражения, вот чувство поврежденной руки, там царапин, например, вот у многих каких-то увечий вызывает такое же вот отторжение. Что-то это опасно. Мы здесь не должны находиться рядом. И поэтому, если вот трехмерная модель человека напротив нас в VR будет вести себя слегка неестественно, то мы будем ее опасаться. Так вот, возвращаясь обратно к тому, что же мы показываем в VR. Постепенно пришло понимание, я думаю, во многих медиумах приходит постепенно, то есть люди там академической живописи пытались воссоздать реальность, как она есть, и постепенно приходит к тому, что нет в этом смысла. Также и в VR. Поняли, что это и невозможно технически, и в целом очень много, даже если это, к этому стремится, это нагружает железо. И с точки зрения эстетики и сторителлинга это не всегда нужно. Люди начали работать с другими эстетиками, с другими форматами, с другими подачами внутри VR. И очевидно, как один из медиумов, как один из подходов, люди начали экспериментировать с реальным, с одной стороны, и вымышленным, или же каким-то метафоричным медиумом внутри VR. И тогда получается это все воссоздать таким, ну, получается работать таким образом, что в реальной реальности мы, хотя ладно, на самом деле на обоих слоях мы работаем на метафоричном уровне. Например, проект нашего коллеги Through the Wardrobe,
Где мы смотрели? В Шеф-Дог-Фесте. В AR-очках мы работаем с метафоричной анимацией, которая у нас летает по комнате. В реальной же жизни мы работаем с артефактами. Артефакты документальные? Документальные. То есть, грубо говоря, это в случае с Майданом, например, если бы его переносить в какой-то более камерный такой какой-то там формат показа в маленьком музейном пространстве или же в AR-формате, то артефакты, например, которые могут издать звук, которые можно пощупать, бочка, барабан, бита, они были бы реальными, но истории о них могли бы быть в VR или же в AR-очках. То есть вот на этой почве можно всю документальность обратно вернуть в документальный же реальный мир, а метафоричное, сложное для демонстрации оставить в VR-очках. Один из подходов, который, по-моему, еще неоднократно сработает. Ну, посмотрим. Тут еще надо сказать, что в целом весь VR вот стал на паузу в марте 2020, когда бахнул коронакризис. И, то есть это сейчас мы не говорим особо про документалистику, но я следил практически в прямом эфире, чуть ли не с грустным попкорном, за тем, как закрываются VR-аркады, то есть центры, в которых можно посмотреть или же поиграть. Это вот туда, геймдевные ветки VR. Все это закрывалось вот прям действительно на глазах. Постепенно, конечно, они начали переоткрываться ближе вот уже в этом году, но это все еще такая рискованная история с точки зрения бизнес-модели. И это зачастую помогало, это вот в целом, как ни странно, через физическое и VR, и реальное, и VR-ное я перехожу к бизнес-моделям. Но это довольно важная история, потому что очень часто, даже, допустим, в экосистеме HTC невероятно качественные, потрясающие документальные VR-проекты или VR-проекты в сфере искусства получалось посмотреть на бесплатной основе в Vive Store, в Vive Port'е, только за счет того, что как бы всю экономику Vive Port'а вытягивали игровые проекты. То есть все равно игры, за которые люди готовы платить деньги, они были платными, они тянули всю экосистему вместе с железом и софтом вверх, вперед, навстречу пользователям. И необычные проекты, невероятно качественно сделанные, но не игры, были доступны бесплатно. То есть локомотивом движения всего этого VR-бизнеса все равно оставалась гейм-индустрия. И до марта 20-го, собственно, когда вышла Half-Life Alyx, которую, по-моему, никто толком не ждал, как поразительный феномен, большие надежды полагали на так называемый LBE, Location-Based Entertainment. То есть это такая драма сразу в нескольких частях. То есть за несколько месяцев до карантина, скажем так, еще вот конец 19-го, все видели, как растут эти VR-аркады и думали о том, что с этим можно работать. И, то есть это, грубо говоря, возрождение маленьких кинотеатров только на манер 21 века со всеми вытекающими последствиями, грубо говоря. И было некое такое вот ожидание, что можно будет работать с геймифицированными историями и с документальными или же какими-то артовыми и показывать их или давать поиграть, давать посмотреть бандлом или каким-то еще иным способом и работать с рынком VR-аркад. Это немножко другое. Это полный антипод современного рынка мобильных приложений, например, где централизовано абсолютно моментальное обновление этого приложения, миллионы устройств и невероятное ожидание. Вместо этого малая пользовательская база, посредники в виде этих аркадных центров. То есть все совершенно по-другому, но там вот вырисовалась некая бизнес-модель, которая рухнула в марте 20-го. Рухнули игры, ну и вместе с ними вот как бы потянули все остальные проекты, потому что никто не будет напяливать очки в ближайшее время в публичном месте. А про Half-Life Alyx это феномен, которого никто не ждал. То есть вот одновременно, март 20-го, закрываются все VR-аркады, вот все, что есть на планете. И в это же время выходит Half-Life Alyx, то есть полноценная VR-игра по мотивам знаменитой вселенной Half-Life, для домашнего использования. То есть для людей, которые купили или покупают, или планируют купить VR-очки домой, как
уже полноценный конкурент или, по крайней мере, единицу, стоящую в одном синергическом ряду вместе с PlayStation. То есть это либо конкурент консоли, либо ее интересное дополнение. Можно вот так это воспринимать. И пользуется невероятным успехом. Люди ее покупают, люди качают, людей запирают дома, они покупают еще больше консолей. Oculus распродает все свои, на тот момент, какие-то еще первые квесты. То есть... Вот такая вот вещь. И никто не ожидал, но в каком-то смысле коронакризис прибил вот эту LBE-шную, Location-Based Entertainment, парки аттракционов, ветку. И в то же время очень сильно помог направлению, как его правильно называют, At Home Usage, то есть убил OOH, Out of Home Entertainment, а помог домашнему использованию. Я хочу повернутися до моменту документальності. Та виписав собі деякі питання, і, ну, і це мені дуже цікаво, та саму як режисеру і підходу, цей проєкт, ну, та у вас багато і про шахти ви знімали та на Донеччині, і, ну, і там життя родини, от і Красну Маланку, от і на прикладі той ж Красної Маланки, та є документальний фільм, та не один, де режисер слідкує, та і він, ну, може бути як така муха на стелі, яка та спостерігає. Але ж з 360 так не може бути. Та треба поставити, сховатися. Ти не можеш одразу так би камерою інтуїтивно працювати, де зараз щось буде. От як ви та зберігали документальність і, ну, ровно так. Приходилось угадывать, где будет действие. На самом деле, в контексте таких полевых съемок 360 видео очень помогало прошлое, фотожурналистское прошлое для многих из участников команд. Потому что так же, как и фотографии, просто, может быть, чуть меньшей степени, нужно предугадывать, нужно иметь достаточную насмотренность, набеганность. Понимание того, как обычно развиваются какие-то процессы, будь то митинги или фестивали, для того, чтобы мочь поставить камеру таким образом, для того, чтобы потом не приходилось ее переставлять или каким-то образом влиять. Это очень сильно влияет на режиссерские подходы, на операторское видение. То есть невозможность повлиять. Статичная камера, угол, который... С одной стороны должен быть, скажем так, угол, ракурс, точка такая, вокруг которой, с одной стороны, равномерно должно происходить интересное действие, а с другой стороны, оно все так же должно быть ярко направленным для того, чтобы мы как бы давали пользователям возможность следить или смотреть куда угодно, но в то же время аккуратно направляли этот взгляд. Ну, с этим можно работать. Можно работать на монтаже, но что хорошего дает работа с 360 видео, это с предельно аккуратной, педантичной работой на препродакшене. Вот что многие оттуда, по-моему, вынесли. То есть в случае с обычным видео мы можем снять, ну, грубо говоря, с запасом много чего, а потом, если надо, еще со стока взять немножко футажа, и все это дело смонтировать там на склейках по движению, например, каким-то аккуратным образом, скрыть склейки, то в случае с 360 видео так это не работает. Камеры, планы статичные, они всегда показывают все вокруг. Они должны быть довольно длинными, потому что мы не хотим, чтобы наших пользователей укачало. То есть это там 5, 7, 15 секунд на план. Ну, как бы всегда есть исключения, но это тоже из области экспериментов и какого-то там авангардного искусства, поэтому в целом это довольно длинные планы, и вот отсюда и начинается эта сторителлерская пляска. Если, конечно, у нас в предыдущем, вот, в каком-нибудь кадре под номером там N, мимо камеры объезжают две машины или хоть бы там две повозки с лошадьми и устремляются там вот, собственно, в перспективу, куда-то уходят, то чем хорош кадр? Какую бы сторону мы ни смотрели в начале этого кадра, если мы увидели одну лошадь, одну повозку, она прошла мимо нас, и она ушла вот, собственно, в какой-то край кадра, ну, не в край кадра, куда-то вот в кадре там 360 ушла, то если у нас в следующем кадре есть там голый пейзаж, в нем есть там один человек с каким-нибудь красной бардкой, грубо говоря, если там все те же горы, то мы должны эту вторую сферу, второе 360 видео на монтаже поставить таким образом, чтобы этот человек шел
оттуда, куда устремились повозки с лошадьми в предыдущем кадре. И еще желательно при этом, мы же не всегда знаем, что наши пользователи будут сидеть на стульчике с вращающейся ножкой, поэтому вот это вот движение головы в одну сторону, в другую сторону за счет движения нужно постоянно контролировать. То есть если в предыдущем кадре у нас было движение налево, то в следующем будет примерно движение направо. Но это при условии, что мы не потеряли пользователя вообще, и он не развернулся задом наперед, и он смотрит ту часть, там, где не происходит вообще ничего. Поэтому с вот этим надо работать. То есть количество однородных элементов, количество уникальных элементов, их взаимоотношения друг с другом. В общем, довольно много ограничений, с которыми можно и интересно работать в этой среде. Это вдохновляет и закаляет. Повертаючись до проєктів з Радіо Свобода, New York Times, Al Jazeera, то, здається, це теж було такою хвилею, так, коли ну, це так було присутнє, ну, зокрема, Радіо Свобода, з яким я теж маю досвід співпраці, от, і так тішився, що ну, такі занурення, от, але ну, мені здається, не було якогось такого глядацького резонансу, що от подивіться, наскільки це був успішний ну, з вашого досвіду New Cave Media, і чому це, як мені здається, зараз припинилось, що... Пользовательская база. В конце концов, мы работали для медиа и с медиа. Медиа, даже самые независимые, все равно это бизнес-проекты, ну или, по крайней мере, скажем так, ориентирующиеся на массовое потребление, на массовое чтение, смотрение, слушание и так далее, потребление своего контента. Поэтому для медиа критически важно следить, чтобы то, что они делают, было воспринято и на потоке, собственно, продолжало быть воспринятым своей аудиторией. Мы делали 360 видео в 2017 году. Тогда основной площадкой, точкой контакта с 360 видео был YouTube, на котором можно было это 360 видео крутить. VR-очков у людей на руках не было. И сейчас уже, скорее всего, скажем так, сейчас они будут, но сейчас люди берут для того, чтобы в игры играть, а не для того, чтобы видео смотреть. Поэтому происходит какой-то такой вот небольшой мисс-мэч, и люди смотрят 360 видео на YouTube. Если они смотрят его на большом браузере, ну, на настольном, то там проблема в том, что по умолчанию включается минимальное качество, минимальная настройка качества. Его зачастую неудобно скользить в разные стороны. Не у всех MacBook'и с вот этими идеальными трекпадами. То есть вот тот самый пресловутый user experience достаточно негативный. Если люди это открывают с телефона, то там опять-таки плохое качество, при этом меньше экран, при этом приложение YouTube еще пытается перехватить пользование и начинает изображать, как будто это вот все в картборде, пытается за счет гироскопа как-то это все покрутить. И ты не понимаешь, мне телефоном крутить или свайпать панораму в разные стороны? Все это при плохом качестве. При этом, если один раз свайпнуть не туда, потерять персонажа, который общается в кадре, то мы вообще не слышим, кто с нами говорит, что происходит, мы потеряли титры, ой, дайте мне тапнуть, дайте мне поставить на паузу или хотя бы на скролл-бар, и мы теряем вот этот вот позитивный user experience вот в первые же секунды. Поэтому это все работало ну, так, достаточно рискованно. То есть это, как это я такую сейчас мрачную картину описал, но как это работает? Ну, как сделать так, чтобы работало? Ну, для начала нужно сделать так, чтобы была заранее заинтересованная аудитория, которая будет знать, что ее ожидает, которая уже не спешит. То есть на лонгридах, например, если это второй, третий материал в лонгриде, какая-то мультимедийная вставка, врезка, то с такой средой мы можем работать. Мы понимаем, что люди, скорее всего, уже посвятили какое-то время, и если они еще не сбежали, то тогда здесь и сейчас, если они уже слушали какой-то контент до этого, возможно, обычно 2D видео, видео вставку 20, 10, 30 секунд и так далее, то есть у них есть звук, и у них есть время, и сейчас мы за счет анимации покажем им, что нужно делать с этим устройством, то тогда у нас есть шанс работы. Но, собственно, как и с лонгридами. Лонгриды лонгридами, они выглядят очень секси, они потом занимают какие-то призовые места на условном вебе, но их немного, а качественных так и того меньше. Их нельзя производить каждый день на потоке. Ну и вот, собственно, частный случай этой ситуации с лонгридами можно абсолютно параллельно перенести на производство 360 видео, документальных, журналистских историй. Такие вот у них ограничения, к сожалению, прям вот родовые. Так, ми домовлялись про годину, і воно вже закінчилось, але якщо є час, то я б ще кілька питань
Буквально что-то коротенькое постараюсь еще ответить. Ну, є токоні, та які є такою протилежністю, є та і до тих проєктів соціальних, документальних про такі складні аспекти. А з іншої сторони, та теж дуже цікаво про хоррор VR, який ти писав та в Фейсбуці, ти зараз працюєш. От це як це все уживається. Скажем так, тут можно провести довольно много каких-то таких разделяющих линий, то есть с одной стороны 360 видео, с другой стороны интерактивный VR, с одной стороны проекты на заказ, с другой стороны какие-то инди-продуктовые, с одной стороны сервисные, ну или скорее это подзаказные инди, сервисные продуктовые, можно по-разному делить всю эту занятость. Но, кстати, хороший пример про Тукони. Тукони был проект для мастерского арсенала, для книжного арсенала. И, собственно, да, там мы работали с персонажами Тукони. Большое спасибо Оксане Буре. Большое спасибо всем задействованным людям в том проекте. Это потрясающий, теплый в памяти проект, который сейчас, конечно, и очень приятно и показывать, и вспоминать. Потрясающе. Но и главное в нем, ну, скажем так, сейчас в этом ключе интересно то, что он основан, грубо говоря, на книжном IP, на интеллектуальной собственности, на книге, на книжных персонажах. И да, в этом контексте, вот если продолжать это развитие, обыгрывание книжных персонажей, какой-то уже существующей, скажем так, вселенной, то, что сейчас называют метавселенной, обыгрывание в другой среде, то есть что может произойти с этим персонажем, с персонажами в другом контексте. Вот глядя на это дело, можно примерно понять, что меня интересовало что привело меня к работе над Вием. К сожалению, опять-таки, с этими всеми ковидными драмами это была достаточно такая похожая на американские горки история. И там последние полгода у меня совсем там ограниченное время, но сейчас я возобновляю работу над этим проектом. И в целом, кстати, да, это тоже вот по поводу эволюционного подхода к проектам. Он изначально задумывался над хоррор, как хоррор, то есть это очевидно, есть Хамабрут, который стоит в центре круга, а круг очень хорошо рифмуется с современным VR, там, где мы хоть с проводами, хоть без, но мы зачастую тоже ограничены каким-то округлым пространством. Но похоже, что, ну, рано говорить, к сожалению, да, есть свои паузы в производстве, но, может быть, это будет совершенно не похоже на хоррор, а ближе к такой fairy tale adventure по каким-то славянским, украинским мотивам. Посмотрим. К сожалению, да, есть пробуксовки в производстве, но, надеюсь, это будут тоже интересные апдейты, с которыми смогу поделиться. Это наостанніше. Зараз New Cave Media, ви працюєте далі, чи ви розійшлися командою? По большому счету, это тотальная перезагрузка, из которой остался вот здесь, в Киеве, и с интересом над этой перезагрузкой я и 30 терабайт информации. Но многие ребята продолжают свой профессиональный рост, за которыми очень приятно следить. Ну, мало ли, может, у кого-то это под жуткими NDA-ми, поэтому надо сейчас по каждому смотреть, у кого что там в LinkedIn и в Facebook написано, кто что там публикует, не публикует. Но я верю, как верю, вижу, что то, над чем мы работали в Никимедиа и профессионально, и в целом крайне, по-моему, помогло, многому научило и меня, и я вижу, что и многих других ребят, и то, как сейчас движут бывшие участники команды, потрясающе смотреть, и всячески их тоже поддерживаю и желаю им удачи. А я буду перезагружать, делать Никимедиа 2.0, собственно, чем сейчас тоже в частности делаю, более продуктово, в каком-то смысле более бизнесово, но и, конечно, такие passion, storytellerские корни стараюсь не забывать. Вот такая примерная история. Да, дуже дякую, Сергій, за таку змістовну, надихаючу, роз'яснюючу розмову. Тож успіхів чекатиму на нові проекти. Спасибо, с удовольствием поділюсь таковими.